Ну, я думаю, здесь долго говорить нет смысла. Пока мы играли в полных составах, первый тайм, я думаю, был равный. Была обоюдоострая борьба, минимум моментов голевых, что у наших ворот, что у чужих ворот. Ну, а дальше, естественно, когда ты при игре с равным соперником получаешь преимущество в одного игрока, потом в двух, то, я думаю, здесь уже было все более-менее ясно. Поэтому у нас единственная проблема, что у нас три футболиста теперь пропускают стартового состава следующий матч. Поэтому будем готовиться. Вот сейчас ни в коем случае нельзя опускать голову, вешать нос. То есть эта игра, это уже история. Дальше сейчас надо наоборот мобилизироваться и как раз следующую игру уже выйти и обязательно победить. Ну, я считаю, заслуженно победили сегодня. Игра была непростая. Футболисты с первой по последнюю минуту показали высокий уровень самоотдачи, высокая индивидуальная команда, мастерство. И очень приятно было наблюдать за игрой нашей команды, потому что я, естественно, изучал ее, прежде чем возглавить, я уже после того, как возглавил. Потому что все основные футбольные принципы футболисты соблюдают по ходу игры. Очень приятно было наблюдать, как они поджимают высоко линию, как они переключаются после потери в отбор, как ведут единоборство, как реагируют на хорошие и плохие моменты. Это видна рука предыдущего тренера Евгения Игоревича, поэтому большое спасибо сказать, за такую работу. Очень приятно и легко было готовить команду, потому что она готова, прекрасно готова и тактически, прекрасно готова и физически. Плюс работа нашего тренерского штаба, потому что Штейнбрехер Эдуард подготовил команду, подготовил Андрей Головатович, аналитик. Очень много работы на этой неделе они провели, и это, безусловно, тоже их победа. Вы в хорошем цвете поблагодарили за работу ваших предшественников, но вы-то перед этим матчем что-то сказали ребятам, какую-то установку дали? Ну, мы работали всю неделю, поэтому мы уже понимали, с кем мы играем и как будем играть. Поэтому, по сути, здесь я только назвал состав стартовый, какие-то нюансы незначительные назвал. Команда уже была готова к игре. Перед началом нынешнего сезона Балтика называлась в качестве одного из претендентов на повышение в классе. Перед вами сейчас какие задачи? Задачи перед клубом не снимаются. Наша задача вернуться в эту гонку за верхние места.